Здорово, амигос. Говорят, что Дэшка осталась до конца, что вот-вот уже... Я не припомню, чтоб тебя спрашивал. А, вы друг с другом? Салоний? Молодой Салоний? Охренеть. Так, я тут какое-то новое задание видел, появилось. Раздор называется. Поговорить с Ньютоном Оберли. А, в какой-то лаборатории. Где он тут? Оберли? Ньютон? Какое дерзкое имя, Ньютон. При моем-то уровне харизмы я могу с кем угодно здесь теперь разговаривать в этой игре. Уже давно всем известно, да, со времен третьей части, что для того, чтобы пройти Fallout, достаточно просто прокачать себе харизму. What's going on? Dr. Higgs and Dr. Loken have decided to protest your appointment as father's successor. Они протестуют против того, чтобы я занял пост директора? Кажется, харизма мне не понадобится. Где мой дробовик? Oh, great. Like I don't have enough problems. Well, I'm sorry you've been inconvenienced, but solving personnel issues is part of an administration. Блять, где мой дробовик? Сейчас я улажу. Знаешь, как я тараканов убивал, блин, на начале игры? Сейчас ваших профессоров... Также отшотганю. It's one thing to protest, but this is going way too far. Look, I can see that you're angry, but please. О, так можно их захуячить, получается. I can unlock the maintenance tunnel that leads to the bioscience observation room. From there you should be able to communicate with Higgs and Loken. If you can't поговорю. Use this holotape to access the command functions on the observation room terminal. That should give you some options. Just please try to talk to them first. Use violence only as a last resort. Да, конечно, я все понимаю, братан. Давай, шоколадный. Открывай это дерьмо. Так, из чего их ухерачить-то, блядь? Из этого? Или где мой миротворец 3000? Вот он. И я иду к вам, дети мои. Высылаем парламентера. Подождите, сейчас, блядь, не то. Кривые руки. Сохранимся на всякий случай, а то хрен его знает. Вдруг я все-таки не выдержу темпа этих переговоров. Ты чё, говно ссаное? Ты, блядь, не знаешь, что тут директор? Однорукий еще, смотри, в атаку бежит. Черт, этот боец был очень храбр. А, они еще и синтов против меня настроили, да? Ну, пиздец. Я не разговариваю, не веду переговоров с террористами. Могу только сцедить им своего майонезу. Как говорил Том Круз. Наверное, в своей лучшей роли в свою жизнь. Лежать, шалава. Вот, я просто офигеваю, сколько дерзости у этих ученых. Кем они себя возомнили? Что себе позволяют эти нигеры? Я бы на вашем месте уже бежал. Телепортировался и бежал. Так, алюминий, между прочим, на полу не валяется. Мощный микроскоп. Нет, это я оставлю. Диктофон, это хорошо. Эдикол, нифига себе. Не знаю, зачем он нужен, но возьму. Эй, швабра не из алюминия? Из алюминия, обалденно. Что-нибудь алюминиевое здесь есть? Нет. Синтов на алюминий нельзя разобрать? О, еще, смотрите, гальванатор какой-то. Отоскоп. Маленькая тарелька. Кстати, тарелка это керамика, между прочим, надо тоже взять. Барахольчик, чертов. Лаборатория ВРЭ. Мне туда надо или нет? Я иду к вам, суки. Я надеюсь, вы уже успели обоссаться от страха, потому что эти переговоры будут очень жесткими. Да, ты можешь свою охрану идти собирать по кускам. Так, это все-таки алюминий. Я должен барахлить алюминий. Терминал отдела белонауки. Да. Да. Вот оно. Моя прелесть. О, стимулятор, обалдеть.
форма охотника. Она что, тут повсюду валяется, что ли? Где-то тут как будто одни охотники прям. Если вы пришли изменить наши мысли, то вы тратите свое время. I had a more direct solution in mind. Oh, really? Our scent guards are programmed to attack anyone who enters. Да что ты, бля, говоришь, как страшно. Come and join us. Just don't say I didn't warn you. Хуесос. I'm not a patient person, Dr. Higgs. Unlike you, Dr. Loken and I are very patient. We have more than enough food to stay locked in here as long as is necessary. You and the others will go hungry long before we do. Посмотрим, что скажет твоя мама, когда я с нее слезу. You're a stubborn fool, and you're not gonna like how this ends. Nor will you. Я зол. Everyone else will starve because you were too stubborn to refuse father's appointment. Remove us by force. And everyone will fear and despise you. Ты не учел одной маленькой детали, мне абсолютно похеру на ваш институт, грязная свинья. Сука, я иду. Блять. Он думает, я не войду, что ли? Я не понял. Сейчас, блять. Пиздец. Нигер хотел, чтобы я с ним поговорил, я поговорил. Чё, блять, с этим экраном? Как тут? О. Они думали, что я, наверное, не войду, да? Ну чё, хуйло, первый пошел. Куда собрался, черномазый мандинга? И синты ваши, смотрю, поразбежались. Суки, хозяин пришел, где осколочные гранаты? Собирай урожай. Наши синты запрограммированы, блядь, убивать всех. Ой-ой-ой, блядь. Ты чё, шлюха, ты стреляешь в будущего директора, между прочим. Соблюдать шаббат! В смысле, субординацию. Шаббат тоже. Наверное. Спасибо. Ну чё, горилл тоже убить или их нельзя? Люминька. Господи, сколько алюминия. Так, тут еще где-то один шоколадный заяц носился. Ах, вот ты. Сука, я буду убивать тебя очень медленно. Я убил его, как Ахиллеса, в пятку. Сука. Слушай, сука, слушай сюда. Будут деньги, будет еда. Вы решили, блядь, наезжать не на того чувака. Может быть, где-то в параллельной вселенной, в другом прохождении, какой-нибудь Black Silver с вами бы и мял сиськи. Причем я уверен, что он будет мять сиськи со всеми, потому что он пизда. Но я, бля, я только и жду, чтобы поубивать. Кровище, говнище, месиво. Да нахрен вообще играть в эту игру, если никого не убивать. Переговоры. Какой-то гей придумал это слово. Так, а где же тот этот? О, кстати, сенсор у тебя выпал. Еще один. Сделаем опознание невозможным. Так, а где тот разговорчивый профессор, который хотел со мной, который меня нахер посылал? Кажется, это ты, да? We wish to the Merry Christmas in a Happy New Year. Уии! Сука, как подлетел, а? Зачетненько. Мне кажется, что он побил рекорд по прыжкам в длину на этой планете. Да, я отморозок. Кстати, а сжечь его тело нельзя? Я ему член сожгу. Переговоры, блядь. Все, я готов. Выпускайте меня. Вопрос улажен. Круглые мониторы, прелесть какая.
Ньютон? Ньютон? Все нормально. Выходи. Батя, ваш директор все уладил. Мы найдем новых садоводов. Садоводов. У минитменов возьмем. We don't like violence here, and I fear your actions will have consequences. Чувак. Stop whining, and be grateful that I got your food supply back. Yes, of course. Sorry if I seemed ungrateful. I'll see that the mess in hydroponics is cleaned up. I suppose I should also make the funeral arrangements. Well, there's much. Каких нахуй похорон? Закопайте их на грядке. Пусть, сука, служат удобрением. Да, кстати, ты новый директор этого сраного отдела, поздравляю. Власть, сила, да. Залепи свое дуло, сучка. А, я левел получил, да. Так, у меня наука 41-го, да, левел? Медик, педик, где наука-то? Вот ты где. Все, теперь можно скрафтить джетпак, если надо. Но говорят, что он только прыжок дает более высокий, больше ничего. Так, я, кажется, вижу еще кусочек алюминия. Хули все закрыто, я же директор. Черт, мой сын определенно не любит глобусы. Да, это снова я, это снова ты. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several. Да, он гордится мной, я выявил недостаток ввиду двух ваших профессоров. And it's all thanks to you. Конечно, если кого еще вальнуть надо, ты обращайся. Как он смотрит снизу вверх на меня? Восхищенно. You have endured some of the more dangerous missions. Such is the price of leadership. Да, да, я цену лидерства только что ощутил. Там мозги по стенам все разлетелись. Чего? Right. Because no one up there suspects the institute exists. This is not a joke. There has been too much posturing by too many groups. The world needs to know that we are in power and the Commonwealth is ours. As the incoming director, it is your responsibility to lead, to establish that place for the Institute's future. Please. Блять, да серьезнее меня вообще никого нет в этом мире, ты чё? Once you're finished, we'll broadcast them to the entire. Наброски речи? Охрененно. Здравствуйте, черви, говорит царь-император планеты Земля, король института и владыка. О, вот она речь. На протяжении многих лет вы подозревали, что институт все еще продолжает работу, что мы среди вас. Это правда, но далеко не вся правда. Да, мы здесь, и мы вертели вас нахуй. А, надо выбрать. Контролируем ситуацию. Ваши хозяева. Наши передовые технологии гарантируют процветание Содружества. Сегодня мы запускаем наш атомный реактор, благодаря которому сможем выжить даже тогда, когда вы все сдохнете. Мы обеспечим человечеству будущее. У нас нет никакого желания вмешиваться в незначительные ссоры ваших бессмысленных дрязг, вашей частной жизни, вашего жалкого существования, вашей жизни. Вашего жалкого существования, черви, но мы настаиваем, чтобы вы не мешали нашей работе. В противном случае это повлечет за собой ваше полное истребление. Спите спокойно, знайте, что будущее вне вашего контроля. И что под нашим руководством человечество придет к процветанию. Сосите хуй, спасибо. Ну как? Perhaps not what we originally intended, but it will. Да какая тебе разница, как они там поймут? Пусть они все сдохнут. Make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? Знаете, мне институт даже больше, чем подземка нравится.
Я вкусил власти, и сейчас я думаю, что пошла эта подземка нахрен. Я внезапно перешел на сторону тьмы. Подземка в натуре, пидорская организация со своими синты, там нужна свобода. Пшли они нахуй, хуй им в жопу. Это сраные роботы, они должны служить нам. Блять, я убил только что двух профессоров, и теперь хочу возглавить институт? Блять, зато остальные будут уважать мою власть. Чё надо сделать? Эй, где выход? Чё, чего? Инфо. Перенастроить передатчик. Кстати, если подержать подольше, то здесь напишут. Нужно модифицировать передатчик радиостанции Diamond City, чтобы жители здоровья смогла услышать послание института. Так, а где он, бля, находится? Вот он где. Рядом с рынком. Со срынком Diamond City. Ах, какой уродский синт, господи, это генерал Гривус прям. Блин, я до этого завафлил две операции института, я их сдал, как последний Павлик Морозов, проклятому... да, и, кстати, Пайпер институт не любит. Ой, кого волнует, что там думает эта шалава? О, подземка, пошла она в жопу, эта подземка. Какая-то нищая группировка с ими, блядь. Карликовыми амбициями. Так, чего тут надо? Надо передать свою ноту протеста. Куда надо забраться-то? Diamond City здесь вообще похож на какую-то хренотень. Раньше хоть города были посолиднее, а теперь вообще говно какое-то. Вот она, радиостанция. Раньше хоть ведущий на радио был прикольный, это 3D Night по радио тебе говорили. Terry Smells. Чё? А. I'll need to find those radio parts. Какие детали-то? Установить штуку с дисками, с трубками, с кнопками. Пиздец. Я думаю, что сначала надо с трубками. This radio station? You'll notice there aren't any other ones. О. So. Работает, смотри-ка. Эти две, наверное, надо местами поменять. Hey, Нет, вот это отсюда, наверное. Hi. Again. Hi. Во. Hi. А? Блять, что-то работа не идет, потому что кто-то, блять, пиздит мне под руку. Почему ты, блядь, не сдох с первого выстрела, а? Майлз. А? Ну что, так трудно было сдохнуть? Вот ты не мог просто, блядь, помереть. Эй, подождите, а с другой стороны... Пайпер-то взбесил, а ты чё, шалава? Подожди, с другой стороны, может, надо было спросить у этого гондона, как это делается? Он же не может сам встать и предложить свою помощь будущему властелину мира. Тупой урод. Эй, оборванец! Какое снова здрасте, мы не знакомы. Ты можешь... Пошел нахуй, господи, отморозок ебучий. Так, я не понимаю. Ну это точно здесь все правильно. I don't, okay. I usually don't. Хуйня какая-то, господи.
This is why. Лампочки-то горят. И лампочки вообще не показатель. Radio station. You'll notice there aren't any other ones. Может, это не все? Может, еще что-то надо? О, пошла жара. И что теперь? Говорит с отцом, да заебало это. Майлза надо было это завалить, что-то мне вообще не нравится. Совсем, блядь, запустил радиостанцию, сука, все разобрало, сидит там. Бедные люди радио нормального послушать не могут, ослы. Так, и снова поговорить с отцом. О, отец в этот раз уже в другую. Где он уже здесь? А, он пошел посмотреть, как я провел переговоры, наверное. Блядь, надеюсь, ему понравится. Особенно вот тот труп, у которого под жопой мина рвануло. Доктор Томпсон. Как насчет замутить? Да, доктор Ли, кстати, что, уже ушла? Черт. Кажись, я неплохо себе обосрал будущее в этом институте. А кто ж знал, кто ж знал? Ну и чё? Ничего. Я думаю, что... не последнюю это ученые на планете. Мы как-нибудь справимся. Черт, просто институт очень поздно завладел моими симпатиями, к сожалению. Поначалу он мне казался каким-то... Поначалу я просто хотел совершить какой-то хэппи-энд для этой игры, но, блядь, что-то я передумал. Она слишком... Мне, как-то сказать, слишком притомило под конец. А я думаю, что все здесь достойны сдохнуть. Во имя предыдущих частей, которые были просто отличные. Эта часть, которая просто вообще никакущая со своим крафтом, да пошла она в задницу. Кухонные весы, какое-то говно. Почему тут все такое? Устаревшее, не понял. Почему тут? Надо закрыть сюда вход, вообще никогда никому не показывать. Это стремотень какая-то. Подумают, что мой институт сборище оборванцев. Это что такое? Такие тут нехреновые. Плюшки лежат, как будто сейчас сражаться придется. А, да, точно, надо обработаться же. Они, сынок поставил мне установку для мытья силовой брони. Мило-то как. Привет, очкарики. Ой, в смысле, ученые. Чего тут в темноте? А, светло же. О, подожди. Вы не возражаете? Я с тобой не разговариваю, старая сука, и ты тоже отвали от меня. Занимайтесь своими делами. О, какая прикольная штука. Наверху у нас там чё? The transmitter has been modified. Ух ты. Да. Everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. Ну, блять, а кому же еще-то, ёбаный в рот? Тут все я делаю. Работает, сынок, работает. Батя-то владеет, батя-то инженер, блять. Тот еще, как закрыть это говно.
почему-то этот реактор не фонит. Да-да, насрать, давай. Уровень радиации в реакторе. Да нет там никакой радиации, я только что там был. Торжественно объявляю реактор опущенным. Запущенным. Всем спасибо, что пришли. Пупса нигде не видели. Ой. Крепенько все на совесть сделали. Наверное, еще с СССР. А, все, они пошли куда-то. Миньоны пошли на работу. То есть никаких тебе поаплодировать, никаких речей, никакого корпоратива. Ну вы и унылые, ребята. Ты где нашел этих мудил? Давай на автопате синтов позовем лучше. С ними то веселее. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. Директорат. You should be there as director. А ты что будешь делать? Son. Someday, father. This will all be yours. Да это уже мое, блядь, иди отсюда. Ты же сам сказал, что теперь я дерибас. Ну чё, пойдем попиздим. С учеными, что они там о себе возомнили? Сейчас, наверное, опять какое-нибудь покушение на меня устроят. Какое счастье, что я в силовой броне сюда приперся. Кстати, для апгрейда брони мне теперь клея не хватает. Охренеть. Вы идете на совещание, дети мои? Шевелите жопами, я не люблю, когда опаздывают. Слышишь, Розалина Ортман, блин, Ортман. We don't usually welcome outsiders. Да, мне повезло просто вообще. А вам-то как со мной повезло? Мы все везучие. Это, если хотите на совещании бухать, приносите свое. Вот. Так. Где тут, где у вас тут совещательная? Да, да, пошла ты в жопу. Боже ты мой. А, он там, да, точно. Рыбакоп идет на совещание в валенках такой. Здесь? Нихт, не здесь. Так, надо засейвиться на всякий случай. Да что ж такое-то? Не могли все на одном этаже сделать? А, все, они уже сидят, меня ждут. Father has done remarkable things. I would not exist were it not for him. All systems nominal. May I be the first to welcome you, sir? We're looking forward to working with you. А, черт. Так и быть, я из него вылезу ради вас. Красота. Ну что, ось зла, приступим? Let's just get down to business. Yes. Of course. Right now we're all here because... Yes, of course, говори правильно, ёптать, абсолютно. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. Джастин Тимберлейк уже вообще не тот, да? To assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project... Закрепить влияние на поверхности? Мне нравится. Повысится качество жизни. Пойти войной. So you're saying we can now wage war on the Commonwealth? I don't think anyone really intended that as a course of action. The Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Я умею строить турели. The Directorate has decided that the Brotherhood of Steel need to be eliminated. О, братство стали. We felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So. Where do you stand? Разъебенить братство стали или нет? Да давайте разъебем. Дирижабль у них отнимем. Якудзами за меня, а ты? Интересно, а с кем я буду спать из них? Разработка оружия, производство синтов, последствия.
What would the results of this choice be? I'd like to make a well-informed decision. Well, if we increase synth production, we'd be able to deploy more of them to the Commonwealth to aid in our operations. Weapon development would improve the weapons we have available to us now, making our synths more effective in the field. А у нас сколько синтов? Я думаю, что синты-охотники и так вгоняют во всех ужас, надо больше. The more we have, the better off we are. Well said. I'll see that the necessary steps are taken. Thank you very much for your time, sir. That's all we have for the moment. I believe father wished to speak to you. Блять, этот отец постоянно хочет со мной разговаривать, он заёб уже меня. Unpredictable. I suppose his choice of a successor shouldn't surprise me. Apologies. Да, тут ещё какие-то синты, по-моему, съебаться хотят, насколько я помню. Сейчас я, блять. There is danger of extensive damage to your personal effects. Чего? Z114 was helping me with a project. I'm guessing this is related. The project isn't quite ready, but due to the flooding, it may have to be good enough. Проверьте сообщение. To avoid any undue tragedy, please see Z114 at once. Так, и теперь эти синты хотят отсюда сдриснуть, как я понимаю. У последней черты. Так, это хуйня полная. Говно. Вот. Ну что ж. Время немножко обломать этих ублюдков. Черт, какое странное прохождение получится. Так а я смогу его сейчас обломать, или мне теперь придется с ним? Где он? Ну точно не там. Это поговорить с отцом здесь, наверное. Задание, да? Точно. Господи, ну восстанавливайся же выносливость. Блять, я их еще и вооружил. Черт, сейчас придется сражаться с толпой вооруженных ублюдков. Ренегатов. Ух ты. Карлица, что ли? Какая маленькая мелодия. Как, блять, на Эфи-то похоже. Ростом тоже, кстати. Квентит? Тебя что, педофилят тут, что ли? Ладно, отвали. What took our five squad to reach you? You must act now. The Brotherhood of Steel has discovered the location of the railroad. И чё? If those bastards know where we are. I know. I was hoping for more time to organize a rebellion, but it's clear we cannot delay. Once you secure the railroad against the Brotherhood, tell your people we are ready to fight. Go. Now. Предупредить подземку? Пошла она нахуй. Подземка ваша, ёпта, сами пусть разбираются, петушня. Братство стали сейчас само пиздюлиться, а уж там. Как они подземку-то нагнут? Сейчас бойцы Братства Стали пойдут нагибать подземку, а мы нагнем Братство Стали. Да, абсолютно. Это я и предложил. It's no secret that you worked with the railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called into question repeatedly. I'm sure you can guess by whom. Да, те два, которые без башки остались. Do you count them amongst your allies? Мы союзники, они мне никто, это не важно. Важно. They mean nothing to me. Never have. I'll admit, I'm relieved to hear that. Then I certainly hope I can count on you for what needs to be done, because these fanatics cannot be allowed to continue to exist.
They represent a very clear threat to the Institute. Чё, их надо заебашить пойти? Да к ним вопрос. Twisted ideology ensures that they will never stop trying to strike at us. They must be eradicated. Are you willing to see to it? Так их сейчас братство стали утюжит. You don't have to worry about them any longer. They're as good as dead. Thank you. Do what needs to be done. But keep yourself safe. И так я стал на темную сторону убить Дездемону. Круто. Тут... А что сделать с этими, которые восстать хотят? Будем их херачить, нет? Армия тьмы. Ну что ж, и какие у нас теперь есть два квеста? Убить Дездемону. Предупредить Дездемону. Я ее сначала предупрежу, получу опыт, а потом ее завалю. Но будет это уже в следующей серии. Я думаю, следующая серия будет просто полна насилия, кровища, говнища, и вообще будет круто. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И с нетерпением ждите. Вот так.